Перевод на дистанционное обучение в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией сейчас волнует многих волгоградцев. Ранее на брифинге председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина заявляла, что родители вправе сами выбирать форму обучения для своего ребенка. При этом администрация школы никак не может препятствовать этому выбору. Однако проблемы все же появились. В редакцию нашего телеканала обратились родители учеников одной из частных школ Волгограда. В учебном заведении есть случаи заболевания коронавирусом как среди учеников, так и среди педагогического состава. Однако все просьбы родителей перевести детей на дистанционное обучение администрация школы отклоняет. Кроме того, в учебном заведении заявили, что если дети переведутся на дистанционку, аттестовывать в конце четверти их не будут. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию в региональном комитете образования. Однако там сказали, что частные школы они не курируют. Тогда мы обратились в саму гимназию. У нас дети переходят на дистанционку, переходили дети целыми классами, когда было постановление Роспотребнадзора. У нас переходили, сколько, 4 класса так было. То есть как только поступает постановление, мы переводим. У нас есть дистанционное обучение в том плане, каком оно есть. Есть полное дистанционное, когда закрываются классы, и учитель целиком работает в Zoom. А есть частичное, когда ребенок по заявлению родителей дома, и он подключается к онлайн-урокам. А учитель идет уроки в классе. Поэтому, говорить голословно я не могу. Нет, такого у нас нет. Родители пишут заявление и работают. То есть... А классы мы закрываем по постановлению. Мы действуем в соответствии с законом, в соответствии с правилами. Вероятно, в этом случае с соблюдением законов что-то пошло не так, потому что родители утверждают, что в администрации школы их не слышат. Дети по-прежнему вынуждены посещать образовательное учреждение. Неправомерность действий сотрудников учебного заведения подтверждает и юрист. Дело в том, что ситуация, когда частные образовательные учреждения отказывают гражданам по законам их требованиям переводить школьников на дистанционную форму обучения, эти отказы являются незаконными. В соответствии с пунктом 17 статьи 108 Федерального закона об образовании указано, что при угрозе возникновения или возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации, либо на ее части, реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах. Надеемся, что администрация школы найдет общий язык с родителями учеников и ситуация не дойдет до крайних мер и применения санкций к частному образовательному учреждению. Ксения Бедросьян, телеканал «Волгоград-1».